Всем привет, ребята! Вы на канале Дисней 9 и вас с Новым годом! Ну, это у нас новогодняя серия. Она у нас первый раз, особенно у меня на канале по Майнкрафту. Так вот, вас с Новым годом! Хотел уже сказать с наступающим. С Новым годом! Ну и сегодня, как вы поняли по названию, у нас будет новогодняя серия, да. И вот что нам для этой серии понадобится. 4 алмаза, которые я добыл в шахте, еще не было. 6 светокамня, 8 кусочков золота, 1 голова крипера, 5 фиолетовых красителей, 10 голубых, 7 желтых, 1 слаймов, 7 красных красителей и уголь с огненным порошком. Зачем, вы спросите мне, уголь и огненный порошок? Как он крафтится? Я забыл, как огненный... А, вот. Все правильно я сделал. Так. Примерно достаточно. Еще и дождь пошел. У меня тоже за окном даже снега нет. Даже скучно. Но вы, ребята, подарите мне подарок на Новый год. Это подпишитесь на мой канал. Это лучше для меня будет подарок. Так, для начала берем вот эти огненные снаряды. Суем вот... надо вроде... Вспомнил. Давайте пока положим все на место. И вот вы спросите, а где я возьму порох? Ведь это его так сложно добывать. Очень-очень. А я вам отвечу. Нет, ничего подобного. Сейчас вы увидите. Видите вот эту? Вот эти, скажем так, вышки с красными факелами. Это показывает, куда мне лететь. Чтоб я не запутался. Я пока поставлю видео, вот, мы прибыли. Ставлю видео на паузу и подойду, когда наступит ночь и когда дождь закончится. Хотя, уже не надо. Привет, Крипер. Крипер. Думаете, я его буду убивать? А нет, нет, нетушки. Я с ней по-другому. Смотрите. Спасибо большое Эдисону за эту постройку. Да, мне пришлось опять же в шахту сходить. Мало того, что за алмазами 4 штуки, так что за обсидианом. Бам! И редстоуном. Теперь вот крипер. Кстати, за собой у меня есть зажигалка. Теперь ищем второго крипера. И как можно аккуратнее. Так. Вот. Ах ты ж. Раз, два. С двух ударов. Зачем мне отпоров? Я вижу, что крипер. Показывает, что крипер. Так. Привет. И пока. Я сказал, ты мне не нужен. Ой. Не взрывайся. Ну. Вот смотрите, идем и ведем этого крипера. Давай, 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 давай. Надо было двухстороннюю сделать, чтобы можно было... А ты уходи. Не вздумай взрываться. Так, смотрите. Ой-ой. Ой, не надо. Нет. Надо будет потом починить, но а пока что я быстро полечу, как метеорит, хотя нет, как Супермен. О, странствующий торговец и желтый овец. О, овцы, овцы. Спайдермен, Супермен. Лечим, лечим.
Ладно, давайте еще на поищем. Искать долго. Нет. Пришел. Долго искать. Тут скелетрон. Раз. Два. Искал. Два. Два. Даже крипера этого. Ой, скелет не могу. А, вот. О, как раз то, что надо. Два крипера. И чуть в кактус не врезается. Так, главное, чтобы никто меня не видел. Кроме зомби, как раз этих. Что? Что это было? Короче. Я сейчас вам покажу, как она работает. Пока заманю тут два крипера. Да, фейерверки трачу, но это ничего страшного. У меня ж еще есть. Давай, давай, поспеши, поспеши. Хорошо, что недалеко я его построил, но в пустыне, я вам скажу, больше всего много. И криперов. Ой, это не по плану пошло. Это не по плану, вообще не пошло. Уходи. Ой-ой-ой. Главное, чтобы крипер этого. Да хватит мне стрелять. Сейчас элитры мне все поломаете. Уходи. Так, давай. Вот так идем. Оп. И теперь этого зомби, я сказал... Этого зомби. Ой, раз. Да что это такое? Я не понимаю. Когда этих криперов в ту ловушку... А, точно, я элитр не одел. Короче, ребята, я пока этих криперов буду туда прятать. В ту ловушку. Ну а пока что я для вас поставлю на паузу. Небольшой, ребята, для вас и минуты. А для меня прошло где-то примерно несколько часов. Смотрите, вот столько я криперов словил. Теперь одного взрываем, валим. Летающие Аладдины. И забираем порох. Вот так. Теперь... Я сказал, выбираемся отсюда и летим домой. Да, просто летим домой. Главное, не путь не забыть. Не, ну реально. Вот эти столбы специально сделал, чтобы не забыть. Бам. Ой. Давно. Так, ладно. Так, где тут у нас... О! Это как раз тростик. Красиво. Так, отлично. 63 бумаги. Класс. Надо вспомнить, как это делать. По-моему, какой-то... Сейчас вспомню. Нам понадобится краситель, насколько я помню. Так. Или вот так. Вы не помните, как краситель? Звездочка для фейерверков. А, ох, не нашли. У меня заряд. Подождите. Сейчас я краску фейерверка. Так, это понял.
нам надо. Ага. А весь прах потратить, слава богу, не весь. Так. Я вот нашел небольшой прах. Так. Цвета пыль. Надо пойти. Так, и что еще? И можно красный красить. Так, что еще? Ну и порох. Так, это как? Сверху так, дальше. Красить. А, да что я, алмазы. Эти алмазы, но придется потратить их. Так. Желтый. Красить. Цветокамень. Дальше красный. Это можно. И по идее порох. Вроде что-то. Да, это работает. Такой шарик сделаем. Еще можно как-то? Вроде как-то можно. Если из пороха просто. Нельзя. Так. Надо вспомнить еще какие-то крафты. Берем голову. И красить. Но... порядок надо не сделать. Алмаз. Я вот так делаю, так хочу. Так. Ага. Порядок. Можно. А, можно так делать. Так, берем голову крипера. Мистер крипера. Теперь берем вот так. Такая получается. Теперь что? Алмазик ставим. Ниже порох. Цвет камня тут добавляем. Вот, допустим, вот. Будем экспериментировать. Сейчас весь экран. Вот. И что еще? Так. Вот. Лаймовый голубой краситель. Вот так, так. Кстати, лук я крафтил. Закатываем. Берем так и краситель. Вот я хочу, допустим, так. Так. Ну, давайте еще. Надо подумать. Вот так. О, получилось что-то. Да, получилось.
бабча осталась. Угадайте, что ищу. Ага. Понятно, как у нас что он где-то был. Так делаем так, так, и там лук, в принципе, у меня есть, ого, сколько у меня луков, и скелетов в баге делаем. Как раз, два раза датчик, не датчик, бам. Бам, все. Два раздатчика есть. Теперь смотрите, ребята. Я, наверное, чуть не перепутал фейерверки. Так, эти возьмем фейерверки. Вот эти бракованные. Они только летают. Так. Ставим один диспенсер. Вроде это так читается. И вот тут второй. И по идее нам надо редстоун. Много. Вот для начала так-то. Сюда. Сюда. Просто рандомные. Теперь по щелчку пальцев я ставлю на паузу. Бам! Итак, ребята, я построил механизм, только наступила ночь. Я, кстати, думал, может быть, в сундуках не поискать. Сначала думал, может, мне в шахту пойти редстоун добыть, но я в сундуках нашел. Это мне повезло. Главное, на крипера не наткнуться. А тут есть? О, вот тут можно поспать. Ну что ж, ребят. Погнали! Где вот этого уже не надо крипера. Что ж, ребят, пока фейерверки на всякий случай у нас есть. Да, а кнопку я забыла. Подождите, небольшие шоколадки. Ну, не бывает шоколадки. Да. Все, кнопку пропала. Кстати, мой трек выйдет после того, как выйдет это видео «Бесконечная ферма». Вот кнопка. Итак, представьте, что сейчас начало Нового года. Отсчет до Нового года. 5, 4. Подождите. Это же сейчас не бежит. Идите. Так, вот. Я сфоткаю, что потом такие же мы совершенно не будем. Скрати так. Тут есть. Раз. Тут
тут большое название. Так. И вот. Так, теперь быстренько заходим. Все. Ного. И начинаем. Отчет до Нового года. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Погнали. Юху. Фейерверк какой красивый. Потом. Красиво как. Смотри. Даже и свинка прошла, и лошадка. А это голова крипера была такой же. Класс. Уху. Вау, крипер. Уху. Дайте последний фейерверк. Сколько их? Все, закончим. Ну и на этом, ребят, надо на этой новогодней ночи. Я буду закончить. Всем спасибо за просмотр. Ну это была новогодняя серия. Первая у нас. Я говорю на моем канале. Ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, а я вам фейерверков подарю Новый год. Следующий. Ловите. Хотя, если вы подпишетесь на канал и поставите лайк. Вот. Всем! Всем пока, ребята. Да, всем пока.